Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня я буду продолжать делать скины в Роблоксе. И, если честно, было очень много идей в комментариях, кого мне сделать следующим, но я решила выбрать немного нетипичное и не совсем предсказуемое. Я решила попробовать сделать скин кого-то из смешариков. И первой я решила делать Нюшу, потому что мне показалось, что это гораздо проще. Ребят, я все еще продолжаю делать скины на своем аккаунте, потому что больше иначе нет возможности, к сожалению. Итак, Нюшу я буду делать на основе обычного женского тела. К сожалению, сделать круглого персонажа в Роблоксе нереально, поэтому будет как будет. Итак, с чего бы начать? Я бы начала, ребят, если честно, то с прически. Итак, вы видите, что я тут еще ничего не искала, потому что мне не предлагают костюмы Нюши, так что, если они вообще есть... Блин, ребят, это будет сложно, но я попробую. Для начала будем искать волосы, потому что у Нюши что? Правильно, рыжие волосы. И это будет сложно, потому что у нее косичка наверх, еще и с белым цветочком. И, в принципе, они у нее такие не рыжие, а красные. И, короче, ребят, это будет очень сложно. Чтобы немножко облегчить себе задачу, ребят, я зашла и в каталоге вот здесь повыбирала себе некоторые прически. Это все прически для Нюши, еще я мимоходом увидела платье, но я не уверена, что я буду его использовать. Итак. Ребят, поехали, давайте проверять. Это очень странно. Но просто волосы наверх, и я подумала, что, возможно, это будет неплохо. Это тоже очень странно. Но мне больше всего пока что на данный момент нравится вот эта прическа. Потому что примерно такая косичка, ну да, она идет вверх, но и цвет, знаете, такой вот недостаточно красный, недостаточно рыжий, то есть что-то вот такое. Мне, в общем, понравилось, как это выглядит. Поэтому пока что оставим вот так. Дальше самое интересное. Лицо. А костюм мы оставим на потом, потому что, ну, это не самое важное, как мне кажется, в этом скине. И, знаете, я бы еще кожу попробовала бы перекрасить. Но, к сожалению, Нюша получается либо слишком какой-то розовый, либо вот такой вообще. А где цвет моей кожи, стесняюсь спросить? Вот этот, что ли, был? Ну ладно, допустим, пусть будет он. Знаете, наверное, все-таки стоит что-то на нее надеть, чтобы она не была голой, но я не уверена, что я куплю именно эту одежду, поэтому так, давайте посмотрим. Слушайте, ну вот это неплохо, на самом деле, неплохая идея, но я уверена, что Нюша должна быть одета в какую-то одежду. Раз она у нас не круглая, мы не будем ее просто выкрашивать в один цвет, это было бы немного странно. Итак, ребят, я выбрала первую попавшуюся кофту, оказалось, что она стоит 98 робоксов, я думаю, что мы ее не будем использовать. А вот штанишки, шортики, что это, вполне себе нормально. Итак, ребят, мне кажется, что она должна быть одета что-то вот в такое, практически сливающееся с кожей, потому что я все-таки хочу использовать вот это платье. И вроде неплохо, но сильно белая кофта. Блин, да почему это так сложно? Так, ладно, вроде с одеждой разобрались. Теперь давайте выбирать лицо. А если посмотреть на нашу Нюшу, то выглядит она вот как-то так. Поэтому ей нужно что-то с ресничками. И я, если честно, очень сильно сомневаюсь, нужно ли ей делать пятачок. Вот серьезно, ребят. Слушайте, а мне кажется, вот это лицо довольно неплохо будет. Как вам кажется? Можно, конечно, какое-то с, не знаю, более круглыми глазами. О, например, вот это. Слушайте, а тоже неплохо. Но я все-таки, наверное, остановлюсь на этом лице. Итак, дальше нужны какие-то аксессуары. Ребят, ну не хватает ничего. Нужны ушки, у нее же есть ушки. И я немного сомневаюсь насчет того, нужно ли делать пятачок. Но давайте посмотрим. Если искать по свиным ушкам, мы ничего не находим. Но если искать по розовым, я думаю, что мы что-нибудь... Опа, ребят! Да это вообще один в один уши, как у нее, как должны быть. Вот это очень круто, мне нравится. А, это точно подходит для нашего скина. И давайте тогда попробуем поискать что-то. Ну вы посмотрите. Но это же пятачок.
Ну что? Слушайте, ну очень похоже. Не знаю, мне кажется, что вполне себе похоже. Давайте попробуем посмотреть на другие прически. Теперь, когда скин у нас уже практически готов, вот как было бы вот с этой прической? Не знаю, по-моему, меньше похоже. Вам как кажется? Мне кажется, что как-то не очень. Может, вот с этой будет лучше? Кстати, да, это похоже больше, но это хвост, это не косичка. Но цвет, если честно, передает... гораздо лучше. Может, все-таки вот эту. Если честно, ребят, я не знаю, у меня очень большие сомнения, но почему-то я уже так присмотрелась вот к такой прическе, что мне хочется именно ее и оставить. И что это получается? У нас готов персонаж. Но, знаете, я бы еще анимацию какую-то выбрала, потому что мне кажется, что Нюша ходит немножко не так. И какие у нас есть анимации? Возможно, ей подошла бы вот такая анимация, но нет, вообще нет, я почему-то думала, что это будет лучше, а вот такая, о, это уже ближе, стоит достаточно неплохо, но подождите, там была же еще какая-то, 250 робоксов, ребят, но зато посмотрите, она и бегает как надо, и стоит вот так вот вся такая красивая, и если честно, мне кажется, что это уже похоже на правду. Ну что, будем покупать весь вот этот вот набор и пойдем посмотрим в разных играх. Мне кажется, что похоже, очень похоже у нас реснички получились. Можно, в принципе, было бы, наверное, посмотреть еще какое-то лицо. Но, ребят, пока что я вижу ее только вот как-то так. Очень хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях, насколько похоже получилось. Потому что это мой первый опыт хуманизации, ну, роблоксизации, я не знаю, как это сказать, каких-то персонажей типа смешариков, потому что, ну, их никак не сделать. Но вот так, я думаю, что, в принципе, ну... наверное. Я очень надеюсь, что это вышло похоже. Можно, конечно, поиграться с телами. Давайте так, пока что не будем покупать. Вдруг мы найдем что получше. Например, выберем ей какое-нибудь тело. Roblox не хочет, чтобы я пыталась сделать ее вот такой, потому что не показывает мне предметов. Может быть... здесь что-то покажет. А если честно, по-моему, это плохая идея. Она не стала более круглой, она стала похожа на свинку Пеппу, что ли. Я свинка Пеппа. Ребят, я еще немножечко поискала и нашла вот такое платье. Вам тоже кажется, что оно выглядит несколько лучше и это больше похоже на Нюшу? Мне почему-то так кажется, я не знаю почему. Вот, я тут сохранила, можем проверить вот разницу между этим и... вот этим. Кстати, скины у нас стоят по 554 робокса, а этот даже 524 дешевле, наверное, из-за платья. Да, оно стоит 70, а то стоит 100, поэтому, в принципе, это платье мне и нравится больше, и выглядит оно лучше. А если не покупать анимацию, то скин выйдет вообще очень-очень дешево. В принципе, ребят, можно поискать ей какой-нибудь белый цветочек, но я очень сомневаюсь, что он будет здесь, на косичке, скорее всего, он будет где-то в другом месте, но почему бы и нет? Так, это не то. Это, кстати, неплохо, но он как будто висит в воздухе. А, ребят, это просто идеально. Но сюда нужна немного другая прическа. Так, подождите, у меня же есть в избранных другие прически. Так, давайте смотреть. Возможно, какая-то будет лучше с этим цветком. Ну, нет, мне ничего не нравится пока что. Давайте попробуем вот так вот. Но... я не знаю, ребят, стоит ли вообще брать этот цветок. Да, ребят, кажется, это бесполезно. Я просто проверяю все возможные прически, которые могли бы подойти, но мне кажется, что... вот это вот что? Давайте посмотрим. Какой ужас, ребят, посмотрите. Нет, я думаю, что это нам не пойдет. Давайте хоть что-то, давайте хоть это вот сейчас добавим. Но я думаю, что все-таки мы вернемся к той косичке, которая у нас была. Этот цветок я не уверена, что буду брать. Тут, правда, есть еще какое-то количество причесок, но я не знаю, это выглядит максимально странно. И, кстати, я совсем забыла, что обычно, когда я делаю скин, я потом проверяю, как выглядят скины, которые делали другие ребята этих же персонажей. Но я боюсь, что в Роблоксе, наверное, никто не делал смешариков. Кстати, вот тоже неплохая прическа, смотрите. Даже вполне себе похожая, но, скорее всего, мы вернемся к той, которая была с самого начала. Судя по тому, что есть в Роблоксе, Нюша какой-то самурай.
Вот, посмотрите. Но нет, мы не будем это брать, оно очень странно сидит на голове. Вот это чем-то похоже, но, ребят, я лучше сделаю выбор в пользу косички, которая немножко не так располагается, как мне бы хотелось. Итак, ребят, цветочки кончились, все кончилось, я все проверила. Мне кажется, что на сегодняшний день, учитывая те предметы, которые есть в Роблоксе, это определенно лучший скин. А если вам тоже так кажется, или вам хотя бы понравилось, можете написать об этом. А я думаю, что мы сейчас как раз-таки и проверим, сделал ли кто-нибудь скин Нюши. Наряды сообщества. И как бы здесь была написана Нюша. Мне кажется, что на русском ее не пропустят. Извините. Ладно, может быть вот так вот. Что-то есть? Ребят, смотрите! Это реально смешарики Нюша. Вы смотрите, такая же анимация, те же ушки. Слушайте, мне нравится, очень здорово. Но у меня получилось вот как-то так. Кстати, этот скин стоит 445, мой скин стоит подороже. Ну, потому что цветочек и всякие детали. Слушайте, ну тоже очень прикольно, мне нравится. Знаете, мне теперь прям интересно стало, если тут остальные смешарики какие-нибудь, чтобы можно было бы на них посмотреть. Но я думаю, что это мы оставим для следующих видео. А вы, кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам понравилось, конечно, это видео, если это не дурацкая идея, если нормальная получилась у меня Нюша, напишите, кого сделать в следующий раз. Я думаю, что любой персонаж будет достаточно сложным, потому что это Roblox, они не круглые. Ну, а сейчас пришло время купить все-все-все-все и посмотреть, как это выглядит в Roblox на самом деле. Итак, покупаем те предметы, которых у меня нет, а это практически все предметы отсюда, потому что у меня не было ни ушек, ни вот этого цветочка. Я все еще сомневаюсь, стоит ли его покупать, но для достоверности пускай будет. Знаете, мне кажется, что такими темпами я куплю вообще все предметы в Роблоксе, которые, ну, хоть как-то могут мне понадобиться впоследствии. Просто смотрите, 600 робоксов я сейчас трачу, правильно? 600 робоксов на этот скин. И нужно еще купить пак анимации, но я это сделаю из обычного магазина. Итак, проверяем, все куплено. Давайте быстренько примерять то, что у нас тут есть. И сейчас посмотрим на наш скин. Итак, а вот и наша Нюша. Слушайте, ну, по-моему, неплохо получилось. Мне кажется, даже узнаваемо. То есть, если вы смотрели смешариков и такие заходите в Roblox, а тут вот это видите, то в принципе, можно подумать, что это, ну, вот, это Нюша. Ну, наверное, я не знаю, если честно. Напишите, если это похоже. И, естественно, смотреть на то, что у меня получилось, я отправляюсь в игру про смешариков. Ну что, ребят? Блин, я забыла анимацию купить. Не хочется выходить. Кстати, секундочку. А чей это у нас дом? Ребят, я без шуток, я здесь появилась. Я просто зашла в игру, и меня отправили в дом Нюши. Обалдеть. Тут все такое красивенькое, и кто-то на кухне мне готовит. Здоров. По-моему, уже... Где Нюша? Вообще-то я Нюша. Откуда я знаю, где ваша Нюша? А что тут тогда делаешь? Суп варю. Да, мы уже общались. Слушайте, ну мне кажется, что вполне себе я здесь выгляжу очень даже в тему. Давайте пойдем в домик, кажется, к Карычу. У него там можно было превратиться в настоящую круглую Нюшу или хотя бы посмотреть на нее, потому что настоящая Нюша там в подвале. Ну, короче, вы помните всю эту историю. Вроде так, если я не ошибаюсь, вроде сюда... И вот здесь где-то была Нюша. А, не, ребят, здесь не было настоящей Нюши. Здесь была какая-то псевдо-Нюша. Она тут вообще есть? Вообще никакой Нюши нет, кажется. Да, ребят, проблема. Ну ладно, я тогда вот здесь вот постою. Типа я с ними, и все нормально. А на этом, наверное, будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!